Добрый день, дорогие друзья, с вами Ян, и в этот раз я надел рубашку поплотнее, чтобы не обжечься об гирлянду. Этот год был говно, поэтому в этот прекрасный новогодний день я хочу поздравить вас с праздником. У меня, конечно, нет новогодней шапки, но зато она есть у этого прекрасного медведя, он со мной с самого детства. Вот так вот мы тебя сейчас закрепим. Ох, горячо-то как, реально горячо. Фух, ну почти. Ну, товарищ, сядь уже. Ну, сядь мне! Сегодня я хочу вам пожелать только одного. Проведите это прекрасное время со своими близкими. Потому что они – это самый лучший ваш подарок. И на Новый год, и на день рождения, и на Пасху, и на Перепасху, и на все вообще на свете. Это самое лучшее, что может быть у вас. Потому что именно с близкими вы можете провести вечер за просмотром приятного любимого фильма. Вы можете с ними лечь в кроватку и приятненько поспать. Вы можете с ними наслаждаться приятной вкусной едой. Вы можете вместе с ними закидать друг друга мягкими игрушками. Выпить чего-нибудь вкусного и приятного, бокал за вас. Ну и в целом заниматься гедонизмом. Ты будешь? Поэтому, друзья мои, обнимите от меня своих близких, обнимите себя от меня. Ну вот как-то, вот как-то так, наверное. И давайте продолжать традицию прошлого года, делиться теплом через славный кулачочек. Вот так вот. Бам! И все, и тепло разошлось между нами и между многими-многими людьми. Я вас благодарю, дорогие друзья мои, подписчики, за то, что вы со мной. Я вас очень люблю. Если честно, мне даже хочется немножко плакать. Наполовину от того, что я очень сильно устал в этом году. И наполовину от того, что мне очень хорошо, что вы со мной. Дорогие друзья, с Новым годом!